Привет! Сейчас я буду делать пакет Racer 9.2.2.5. Здесь у нас настройка динамического NAT. В прошлый раз была статического, теперь динамического. То есть мы будем задавать пул, и он будет настраиваться автоматически в соответствии с настроенным нами пулом. Открываем R2, на нем мы будем настраивать. R2, командная строка, Enable, Configure Terminal. Это у нас начинается каждая практически работа так. Кроме этого ПК-файла, вам нужно будет также ответить на вопросы в PDF-файле. Там тоже все просто, просто делайте по шагам, смотрите, что у вас выводится здесь, и отвечайте на вопросы. Думаю, каждый с этим справится, да. Что ж, начнем. Я уже это ввел. Первое, на маршрутизатор R2 настройте ACL-список. 1. Давайте это и сделаем. Assess-list, 1. Permit. И здесь нас просят разрешить доступ к этому IP. Давайте его введем. 172.16.00. И теперь нам нужно маску под сети. 00.255.255.255. Так, секунду. Вот. Слишком много. Вот. Задали доступ. И идем дальше. Дальше нам нужно создать пул NAT. Для этого прописываем IP NAT pool. Пишем его название, например, напишу pool1. Pool1. Здесь L1 выглядят одинаково практически. И вводим наши адреса по очереди. Точнее, не по очереди, а, ну, в общем, от первого к последнему. Ну, надеюсь, понятно. 209. 165, 76, 196, пробел, 209, 165, 76, 199. И теперь маска под сети, net mask, 255, 255, 255, 252. Вот. Мы настроили пул NAT. Отвечайте на вопросы, здесь они у вас будут. Давайте настраивать дальше. Теперь нам нужно как бы связать ACL с NAT. Для этого пишем IP NAT inside source list 1 pool и pool 1. Все, мы их связали, и теперь нужно назначить их на интерфейсы. Интерфейс G00, а у нас здесь нету G, у нас тут только серийный S000, IP NAT inside, точнее здесь outside, и интерфейс серийный 0001, вот, 001. А здесь у нас также IP NAT inside. Все. На этом как бы все. Мы видим, что у нас 100 баллов из 100. Здесь можно проверить, например, из веб-браузера сделать это. Можете сделать. Здесь, возможно, будут вопросы, ответить на них. Ну и можно еще выйти и прописать эту команду show NAT translation. Да. На этом все. Пока.